За прошедшую неделю в отделе МВД России по Белореченскому району было зарегистрировано 379 преступлений и происшествий. 336 из них раскрыто. Было зафиксировано 15 краж, в том числе одноквартирные, 10 фактов причинения побоев или телесных повреждений различной степени тяжести, 6 случаев мошенничества, 3 семейных скандала, а также по одному факту фальшивомонетничества, нарушение правил хранения оружия и боеприпасов, обнаружение бесхозных вещей.